Всем привет! Вы на канале Enitka.kz, меня зовут Жанара, и это видео-мастер-класс по вязанию сумочки Тоут Бриллиант. Эту сумочку я связала из трикотажной пряжи. По размеру сумочка получается высотой 27 см, шириной 33 см. На этом мастер-классе мы с вами свяжем красивый жаккардовый узор для сумки. Установим замочек на сумку, сделаем кисточку, красивые длинные ручки и пришьем подкладку. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео, а также смотрите на моем канале много полезных видео-мастер-классов по вязанию из трикотажной пряжи и шнура. В описании под этим видео я оставлю ссылку на наш Каспи-магазин, где можно приобрести все необходимые материалы. Доставка по Казахстану и также есть доставка в другие страны. А я вам желаю приятного вязания. Материалы для вязания сумочки: трикотажная пряжа Алтын, толщина нити 7-9 мм, в каждом мотке 100 метров 330 грамм. У меня основной цвет — это пепел розы, его понадобится 2 мотка, и дополнительно мне понадобится меньше, чем по половине мотка, цвет зефир и молочный. Обратите внимание, что если вы вяжете сумку без узора, просто однотонную, то вам понадобится меньше 3 мотков. Крючок для вязания номер 6 и номер 4 для вспомогательных работ. Портфельный замочек. Вначале я взяла большой замочек, но затем в процессе я передумала, и далее мы будем устанавливать уже маленький треугольный замок, потому что по дизайну он больше подошел. Ткань для подкладки у меня — это обычный хлопок, поплин, примерно 50 на 70 сантиметров. Вначале нам нужно подготовить трикотажную пряжу. Для этого мы распускаем пряжу с внешней стороны мотка на 2-3 метра вперед и хорошенько растягиваем. И делаем так в процессе всей работы. Оставляем длинный кончик нити примерно 100-150 сантиметров и набираем цепочку 20 воздушных петель. Вяжем первый ряд, первую петлю пропускаем и вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли. Вяжем столбиками без накида. Провязываем первую петлю, вводим крючок в следующую петельку и тоже вяжем столбик без накида. При этом обратите внимание, что эта петля у нас должна быть длинная, это короткая. И провязываем одну короткую петлю, такую, чтобы крючок плотно сидел в петле. Тогда у нас будут получаться красивые петельки. Итак, мы продолжаем с вами вязать всего 18 столбиков без накида. Последняя петелька у нас должна остаться не провязанной. Вот у нас остается последняя петля, здесь у нас 18 петелек. Вводим крючок в последнюю петельку и провязываем в нее 3 столбика без накида в одно основание. 1, 2, 3, готово. Переходим на другую сторону. Кончик нити мы пока оставляем, он нам пригодится. Вводим крючок за 2 полупетли и вяжем столбиками без накида всего 18 петель.
Закончили, связали 18 петель. И теперь делаем прибавки. В последнюю петлю вводим крючок и провязываем 3 столбика без накида в одно основание. Итого по окружности 42 петли. Вот так мы с вами закрываем последний ряд. На обратной стороне делаем воздушную петлю. И теперь вводим крючок ровно в середину галочки. Ровно эта петля под местом соединения. И провязываем первую петельку второго ряда. Далее мы с вами вяжем второй ряд. Первую петлю мы уже связали, а всего нам нужно связать 18. Продолжаем вязание и вводим крючок ровно в середину галочки. Итак, вот здесь маркером я отметила 18 петлю, и мы провязываем с вами 18 столбиков без накида. Закончили. Теперь переходим на прибавки. Здесь у нас было 3 петли, 1, 2, 3. И в каждую из этих петель мы вяжем по 2 столбика без накида в одно основание. Вяжем первую прибавку, 1 и 2 в одно основание. Вяжем вторую прибавку, 1 и 2 в одно основание. И вяжем последнюю, третью прибавку, 1 и 2 в одно основание. Переходим на другую сторону. Здесь мы провязываем с вами 18 столбиков без накида. Закончили 18 петель и теперь снова делаем прибавки. Вяжем 3 раза 2 столбика без накида в одно основание. 1, 2 в это же основание. Первая прибавка. 1, 2 в это же основание. Вторая прибавка. И третья прибавка, 1 и 2 в это же основание. Готово. Итак, мы заканчиваем второй ряд, закрываем его, делаем последнюю петельку. По окончании второго ряда у нас получается 48 петель. Теперь берем тонкий крючок, вводим его в серединную петельку, там, где у нас остался кончик нити, и вяжем соединительными петельками всего 20 петель ровно в серединку. Вот таким образом. Вяжем не слишком туго и провязываем 20 соединительных петель. Закончили, связали 20 петель и теперь вытягиваем ниточку из петли и прячем кончик нити внутри петелек.
вяжем третий ряд. Формируем первую петлю, и всего нам нужно связать 18 петель. Отмечаем, вот здесь у нас была первая прибавка, и нам нужно вязать вплоть до прибавок. Связали 18 петель. Теперь переходим на прибавки. Здесь мы делаем тоже 3 прибавки через 1 одинарная, двойная, одинарная, двойная, одинарная, двойная. Делаем первую прибавку, провязываем 1 и 2. Далее вяжем 1 одинарную петлю. Далее следующая прибавка. 1 и 2. Затем снова 1 одинарная петля. И далее у нас последняя, третья прибавка. В одно основание 1 и 2. Закончили. Далее мы переходим на другую сторону, и здесь мы с вами вяжем 19 столбиков без накида, без прибавок. Вот от этой петли и до этой ровно 19 петель. Далее мы опять переходим на прибавки. Здесь вяжем двойная одинарная, двойная одинарная, двойная одинарная. Вяжем первую прибавку, 1 и 2 в одно основание, затем 1 одинарная. Далее вяжем вторую прибавку, 1 и 2 в одно основание, затем 1 одинарная. И далее вяжем третью прибавку, 1 и 2, и 1 одинарная. Закончили делать прибавки, закрываем третий ряд. По окружности у нас должно получиться 54 петли. При этом часто девочки мне пишут, что у них донышко закручивается. Оно вот так может закручиваться, в этом нет ничего страшного. Затем мы его распарим. Вяжем четвертый ряд. Формируем первую петлю. И всего от начала ряда нам нужно с вами связать 20 петель. Отмечаем маркером 20 петель. Закончили, связали 20 петель. Теперь делаем прибавки. Вяжем двойная. 1, 2 одинарных. Двойная. 1. 2 одинарные, двойная. Провязываем их самостоятельно. Закончили. Давайте посмотрим. Мы связали двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная. Переходим на другую сторону. Здесь мы провязываем 20 столбиков без накида до следующих прибавок. Закончили, связали 20 столбиков без накида и переходим к прибавкам. Двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная. Вяжем самостоятельно. Закончили, связали прибавки. Двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная.
Закрываем четвертый ряд. По окружности должно быть 60 петель. Вяжем пятый ряд, формируем первую петлю и всего от начала ряда у нас получается 18 петель, считая первую петлю. Провязываем их, закончили, связали 18 петель, далее переходим к прибавкам, вяжем двойная, 3 одинарные, двойная, 3 одинарные, двойная. Провязываем самостоятельно. Закончили делать прибавки. Давайте посмотрим. Двойная, 3 одинарные, двойная, 3 одинарные, двойная. Переходим на другую сторону и провязываем с вами 21 столбик без накида. Закончили 21 петлю. И далее переходим к прибавкам. Двойная, 3 одинарные, двойная, 3 одинарные, двойная. 3 одинарные. Закончили, связали прибавки. Двойная, 3 одинарные, двойная, 3 одинарные, двойная, 3 одинарные. И на этом заканчивается наш пятый ряд. Закрываем пятый ряд. Итого по окружности 66 петель. Вяжем шестой ряд. От начала ряда вяжем всего 20 петель, включая первую петлю. Закончили, связали 20 петель и далее делаем прибавки. Вяжем двойная, 4 одинарных, двойная, 4 одинарных, двойная. Закончили прибавки, двойная, 4 одинарных, двойная, 4 одинарных, двойная. Переходим на другую сторону, и здесь мы провязываем 22 петли до следующих прибавок. Закончили, связали 22 петли и переходим к прибавкам. Вяжем двойная, 4 одинарных, двойная, 4 одинарных, двойная, 2 одинарные. Закончили, связали прибавки, двойная, 4 одинарных, двойная, 4 одинарных, двойная, 2 одинарные. Закрываем шестой ряд, и здесь у нас мы немножко иначе закрываем ряд, отрезаем ниточку и закрываем последнюю петлю. Вытягиваем нитку из петли и формируем верхушку петли с помощью тонкого крючка.
Теперь мы видим, что наше донышко, оно не вполне ровное, поэтому мы можем его слегка отпарить утюгом. Для этого переворачиваем его лицевой стороной вниз, сверху накрываем мягкой тканью хлопковой и проглаживаем паровым утюгом. Готово. Мы дали донышку немножко высохнуть, и оно у нас уже приняло правильную форму. Давайте измерим. Получается, длина донышка примерно 30 сантиметров и ширина 13 сантиметров. Далее у нас идет ряд обвязки. Для этого мы вводим крючок на боковой стороне сумки. Вводим крючок так, чтобы он у нас выходил с внутренней стороны на наружную сторону. И вот так вводим крючок за последние петельки, провязываем соединительными столбиками всего 72 петли. Вот так выглядят наши петли с внутренней стороны и с наружной стороны сумки. И мы продолжаем, делаем обвязку по всей окружности, всего 72 петли. Заканчиваем этот ряд. В конце ниточку отрезаем. И нам нужно будет сформировать последнюю петлю. Вытягиваем нитку из петли, берем тонкий крючок и делаем последнюю петельку. Кончики нити переводим на изнаночную сторону и прячем их внутри петель последнего ряда. Так, мы закончили, связали с вами ряд обвязки, и далее мы вяжем стенки сумки. Вводим крючок с противоположной стороны, сбоку сумки, берем новую рабочую нить, оставляем кончик нити сантиметра 3-4, делаем воздушную петельку, и далее вводим крючок за петли ряда обвязки и провязываем столбиками без накида. Всего 72 петли, включая первую. При этом кончик нити можно спрятать внутри петель. Итак, мы продолжаем вязать по всей окружности до конца ряда 72 петли. Закончили первый ряд, связали 72 петли. Закрываем первый ряд точно так же, как мы это делали при вязании донышка сумки.
Перед тем, как мы будем далее вязать, нам нужно подготовить другой цвет пряжи. У меня это цвет молочный. Далее я буду называть цвет пепел розы. Это будет цвет номер один и молочный цвет номер два. Вяжем первую петельку. Обратите внимание, что здесь у нас вяжется тоже точно так же, как при вязании донышка сумки узором галочки. Итак, от начала ряда мы вяжем с вами 3 петли. При этом третью петлю мы до конца не довязываем, оставляем на крючке 2 петельки. Теперь берем цвет номер 2, формируем верхушку петли цветом номер 2. Далее вводим крючок в следующую петельку. Цвет номер 1 мы придерживаем и провязываем внутри петли. И провязываем одну петлю цветом номер 2. Не довязываем до конца и формируем верхушку петли цветом номер 1. Таким образом у нас получается, что петля полностью этого цвета. Она вяжется в 2 приема. Далее продолжаем. Вяжем 5 петель цветом номер 1. При этом обратите внимание, кончики нитей другого цвета мы прячем внутри петелек. Мы связали 5 петель цвет номер 1. 1, 2, 3, 4, 5. Пятую петлю закрываем цветом номер 2. Далее вяжем одну петельку цветом номер 2. Не довязываем ее до конца и провязываем через 2 петли верхушку петли цветом номер 1. Далее мы вяжем опять 5 петель цветом номер 1. Кончики нитей того цвета пряжи, который мы сейчас не используем, мы придерживаем позади петель и прячем при вязании внутри петель. Итак, связали 5 петель. Вот эту ниточку можно слегка подтянуть, не слишком туго. И последнюю, пятую петлю закрываем цветом номер 2. Далее вяжем одну петлю цветом номер 2. И провязываем ее верхушку цветом номер 1. Если кончики нити у вас запутались, мы можем их распутать, перекрутив вязание в обратную сторону по часовой стрелке. Далее я покажу вам, как сделать так, чтобы ниточки не запутывались. И вот здесь мы видим, у нас уже сформировался рисунок этого ряда. Мы продолжаем так вязать, чередуем 5 петель цвет номер 1 и 1 петля цвет номер 2. Итого у нас должно получиться 12 белых пятнышек. Заканчиваем второй ряд. Закрываем последнюю петельку. У нас должно получиться 12 рапортов узора. И стенки сумки у нас должны быть перпендикулярны донышку, не заваливаться вот так вовнутрь, а идти ровно. В процессе вы можете вручную выравнивать петли. Итак, обратите внимание, в начале у нас было вот здесь 3 петли, и в конце еще 2 петли. Итого по 5 петель. Между белыми петельками у нас по 5 розовых. А белых всего должно быть 12.
вяжем третий ряд. Закрываем последнюю петельку второго ряда. Делаем одну воздушную петлю на изнаночной стороне цветом номер один. Затем вводим крючок в первую петлю и провязываем одну петельку цветом номер два. И далее мы вяжем 5 петель цвет номер один. Подтягиваем цвет номер два. И далее вяжем одну петлю цветом номер два. Далее вяжем 5 петель цвет номер один. Подтягиваем ниточку и вяжем одну петлю цвет номер два. Вот здесь вы можете обратить внимание, что когда я вяжу 5 через 1, то я все время держу в руке ту нитку, которой я вяжу 5 петель. А ту нитку, которой я вяжу одну петельку, я ее просто беру по мере необходимости. И тогда я экономлю, во-первых, свое время, а во-вторых, у меня ниточки не перекручиваются. Итак, мы продолжаем с вами вязать этот узор 5, 1, 5, 1 и так далее до конца ряда. Заканчиваем третий ряд. Мы связали с вами узор, у нас получается раппорт 5, 1, 5 розовых, 1 белая. И вот здесь в конце мы вяжем верхушку последней петли цветом номер два. Закрываем последнюю петельку. Вяжем четвертый ряд. На изнаночной стороне делаем одну петельку цветом номер два. Затем вводим крючок в первую петлю. И теперь мы вяжем две петли цветом номер два. Далее мы вяжем 3 петли цвет номер один. Далее 3 петли цвет номер два. И продолжаем, чередуем опять 3 петли цвет номер один. И здесь у нас уже понятен наш рисунок петель. Мы вяжем по 3 петли каждого цвета. Далее продолжаем
3 петли, цвет номер 2. Вот наш рисунок: 3 розовых, 3 белых, 3 розовых, 3 белых. И далее продолжаем вязать по всей окружности сумочки до конца ряда этим же рисунком петель. Заканчиваем 4-й ряд. Закрываем последнюю петельку. Обратите внимание, что последняя петелька у нас идет цвет номер 2, так как у нас здесь формируется вот такой рисунок уголка ромба, нижний угол ромба. Вяжем 5-й ряд. На обратной стороне делаем одну петлю цвет номер 2. Затем от начала ряда провязываем 3 петли цвет номер 2. Не забывайте кончики нити придерживать и провязывать внутри петель. Далее вяжем одну петельку цвет номер 1. Далее 5 петель цвет номер 2. Далее одна петелька цвет номер 1, кончик нити подтягиваем и провязываем одну петлю. И далее снова 5 петель цвет номер 2. И в этом ряду у нас чередуется рисунок 5 белых, 1 розовая. Таким образом мы с вами сформировали нижний угол ромбиков. Пять белых, одна розовая, пять белых, одна розовая. И так далее продолжаем, вяжем до конца ряда. Заканчиваем 5-й ряд. Вяжем 6-й ряд, на изнаночной стороне делаем воздушную петлю цветом номер 2. И затем в начале ряда вяжем одну петлю цвет номер 1. Далее 5 петель цвет номер 2. Далее одна петля цвет номер 1. Далее 5 петель цвет номер 2. Одна петля цвет номер 1. И продолжаем чередовать этот рисунок 5 белых, 1 розовая до конца ряда.
заканчиваем шестой ряд. Обратите внимание, здесь нам нужно связать верхушку петли цветом номер один. Закрываем шестой ряд. Вяжем седьмой ряд. Делаем одну воздушную петельку цветом номер два. Провязываем первую петельку цветом номер один. И здесь мы с вами убираем цвет номер один, он нам пока не нужен. И теперь мы подключаем цвет номер три. У меня это цвет зефир. Точно так же, как мы делали ранее, распускаем пряжу с внешней стороны мотка и хорошенько растягиваем. Итак, мы вяжем седьмой ряд. От начала ряда мы вяжем 3 петли цветом номер 2. Далее мы вяжем одну петлю цвет номер 3. Готово. И затем 5 петель цвет номер 2. Далее одна петля цвет номер три. И вот такой рисунок у нас получается: 5 белых, 1 розовая. Продолжаем так вязать до конца ряда. Заканчиваем седьмой ряд. Закрываем седьмой ряд. И далее вяжем восьмой ряд. На обратной стороне делаем одну воздушную петлю, цвет номер два. И в восьмом ряду мы вяжем 2 петли цвет номер 2. И затем 3 петли цвет номер 3. Далее опять 3 петли цвет номер 2. И снова 3 петли цвет номер 3. Давайте посмотрим, в этом ряду мы вяжем по 3 петли каждого цвета. И так продолжаем с вами вязать до конца ряда.
Заканчиваем восьмой ряд. Закрываем последнюю петельку цветом номер 2. Далее вяжем девятый ряд. На изнаночной стороне делаем одну петельку цвет номер 3. И теперь от начала ряда вяжем одну петельку цвет номер 2. Далее вяжем 5 петель цвет номер 3. И снова одну петельку цвет номер 2. Далее вяжем 5 петель цвет номер 3. И одна петля цвет номер 2. Продолжаем 5 петель цвет номер 3. В этом ряду у нас идет 5 розовых, 1 белая, 5 розовых, 1 белая. И так продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем 9 ряд. Закрываем последнюю петельку цветом номер 2. Закрываем 9 ряд и далее 10 ряд. В 10 ряду на изнаночной стороне делаем воздушную петельку цветом номер 3. Далее от начала ряда вяжем 3 петельки цвет номер 3. Далее одна петля цвет номер 2. Затем 5 петель цвет номер 3. И снова одна петля цвет номер 2. И так продолжаем вязать до конца ряда, чередуем 5 розовых, 1 белая. Заканчиваем 10 ряд. Теперь цвет номер 2 нам больше не нужен, мы его отрезаем. И кончик нити можно будет спрятать внутри петель. И подключаем снова цвет номер 1.
закрываем последнюю петельку. Далее 11 ряд. На изнаночной стороне делаем воздушную петлю цветом номер 3. И теперь мы берем цвет номер 1, просто поднимаем нитку наверх. И вяжем одну петельку цветом номер 1. Кончики нити придерживаем и провязываем внутри петель. Далее вяжем 5 петель цветом номер 3. Одна петля цвет номер 1. Затем 5 петель цвет номер 3. И одна петля цвет номер 1. Далее давайте посмотрим на наш рисунок. Получается, мы вяжем 5 петель цвет номер 3 и 1 петля цвет номер 1. И так продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем 11 ряд. Обратите внимание, здесь мы закрываем последнюю петельку цветом номер 1. Закрываем последнюю петлю 11 ряда. И далее вяжем 12 ряд. Делаем одну воздушную петельку цветом номер 1. И от начала ряда мы провязываем 2 петли цвет номер 1. Затем вяжем 3 петли цвет номер 3. Затем 3 петли цвет номер 1. Далее 3 петли цвет номер 3. Давайте посмотрим, получается по 3 петли каждого цвета. Так продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем 12 ряд. Закрываем последнюю петельку 12 ряда. Далее вяжем 13 ряд. На изнаночной стороне делаем воздушную петлю цвет номер 1. И затем в 13 ряду от начала ряда вяжем 3 петли цвет номер 1. Затем 1 петля цвет номер 3. Далее 5 петель цвет номер 1.
Далее одна петля, цвет номер 3. И здесь в этом ряду у нас 5 темно-розовых, 1 светлая, 5 темных, 1 светлая. И так продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем 13 ряд. Закрываем последнюю петельку этого ряда. Далее 14 ряд. На изнаночной стороне делаем одну воздушную петлю, цвет номер 1. И теперь сразу в начале ряда провязываем одну петельку, цвет номер 3. Далее у нас идет 5 петель, цвет номер 1. Затем 1 петля, цвет номер 3. Далее 5 петель, цвет номер 1. Одна петля, цвет номер 3. Вяжем 5 темных, 1 светлая, 5 темных, 1 светлая. И так продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем 14 ряд. Это наш последний ряд с жаккардовым узором. Закрываем последнюю петельку цветом номер 3. И закрываем этот ряд. Отрезаем кончик нити цвета номер 3 и далее будем вязать только цвет номер 1. Итак, теперь мы вяжем просто узором галочки без прибавок 72 петли по окружности. Заканчиваем, это наш 15-й ряд. Связали 72 петли. И далее продолжаем вязать всего 9 рядов. Один мы уже связали, осталось еще 8. Только цветом номер 1. По 72 петли в каждом ряду. Здесь я вам хотела показать, как я присоединяю кончики пряжи из разных мотков. У меня закончился первый моток, и я присоединяю второй моточек. Кончики нити я просто провязываю внутри петель и лишнее отрезаю. Мы закончили, связали 9 рядов одним цветом. Итого это у нас конец 23 ряда. В каждом ряду по 72 петли. Далее мы вяжем ручки сумки. Здесь я поставила маркеры, чтобы показать вам, сколько петель нам понадобится для ручек сумки. Давайте посмотрим вместе,
Вот здесь между ручками должно быть 12 петель. Далее у нас идет 24 петли, начиная от той, на которой стоит маркер, и до той, где стоит маркер. Далее 12 петель для второй ручки. И снова 24 петли. Причем вот эту серединную петельку, где у меня идет соединение ряда, я тоже посчитала. Итого 72 петли. Ручки должны располагаться напротив друг друга симметрично. И все стороны у нас должны быть параллельные. Итак, вяжем 24 ряд. У меня здесь от начала ряда получается 12 петель. Провязала 12 петель. У вас может быть другое количество петель, потому что все зависит от наклона вязания. Далее мы вяжем 50 воздушных петель для первой ручки. Закончили, связали 50 петель. Проследите, чтобы у вас цепочка не перекрутилась. Далее присоединяем к той петле, на которой стоит маркер. И далее продолжаем вязать, вяжем 24 петли до следующей ручки. Вяжем тоже узором галочки, как и все остальные ряды в сумке. Мы закончили 24 петли. И теперь вяжем 50 воздушных петель для второй ручки. Мы закончили, связали 50 петель для второй ручки. И до конца ряда мне осталось связать еще 12 петель. Заканчиваем 24 ряд, и у меня получились вот такие две длинные ручки для сумки. Далее вяжем 25 ряд. От начала ряда провязываем 11 петель, при этом последнюю петельку не провязываем. Закончили, связали 11 петель. Теперь вводим крючок только за одну полупетельку на цепочке воздушных петель и вяжем 50 столбиков без накида. Закончили, связали 50 петель. Теперь здесь после ручки сразу одну петельку мы пропускаем. В следующую вводим крючок и вяжем до следующей ручки 22 столбика без накида. Вот так мы провязываем с вами 22 петли. Здесь у нас одна ручка, одна петелька должна остаться не провязанной. Далее 50 петель вокруг ручки. Здесь тоже одну петлю пропускаем и вяжем еще 11 петель до конца ряда. Заканчиваем 25 ряд, провязали все петли, про которые я вам говорила, пропустили необходимые петли. И далее нам остается еще последний 26 ряд. Провязываем 10 петель от начала ряда, и последнюю петельку мы не довязываем. Теперь мы провязываем петли вокруг ручки сумки. Вводим крючок прямо под арку ручки сумки и вяжем столбиками без накида. Делаем вот такие вытянутые петли. И у меня получилось связать в арку 55 петель. У вас может быть другое количество, может быть больше или меньше. Это не принципиально важно.
Самое главное, чтобы петли шли рядом друг с другом, сидели плотно и между ними не было больших дырочек. Итак, я закончила обвязку первой ручки сумки, связала 55 петель. Далее одну петельку после ручки сразу пропускаем, уводим крючок в следующую и вяжем столбиками без накида 20 столбиков. Вот так у нас выглядят петельки. Мы пропускаем петли для того, чтобы при подъеме ручки у нас края не загибались. Итак, здесь вяжем 20 петель, одну петельку не довязываем. Затем провязываем вокруг ручки еще 55 столбиков без накида, одну петельку пропускаем и остается 10 петель до конца ряда. Заканчиваем 26 ряд, связали вторую ручку сумки, и это был наш последний ряд. Ниточку отрезаем и делаем последнюю петельку, кончик нити прячем внутри петель. Далее нам нужно связать для сумки застежку. У меня это будет портфельный замок, и он будет находиться ровно посередине сумки. Я вяжу держатель для портфельного замочка. Оставляем кончик нити 20 сантиметров и завязываем узелочек. Затем набираем цепочку 13 воздушных петель. Вяжем первый ряд, первую петлю пропускаем, вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли и вяжем соединительный столбик. И так продолжаем, вяжем до конца ряда 12 соединительных столбиков. Заканчиваем первый ряд и в конце делаем воздушную петельку. Вяжем второй ряд, вводим крючок в первую петлю за одну полупетельку и провязываем соединительный столбик. И так продолжаем вязать до конца ряда 12 соединительных столбиков. Теперь мы вяжем еще 2 ряда по 12 петель, точно так же, как второй ряд. Закончили, связали еще 2 ряда, всего 4 ряда. Делаем последнюю петельку, отрезаем короткий кончик нити и прячем его внутри петель. Длина этого держателя для замочка у меня получилась 11 сантиметров. Теперь с одного края мы устанавливаем портфельный замок.
а другой край мы будем пришивать к сумочке. Пришиваем замочек к сумке, прикладываем его ровно посередине. У меня это получилось примерно на 4 петли. И просто как будто вручную ниткой и иголкой мы пришиваем его к петелькам сумки на уровне третьего ряда сверху. Далее устанавливаем нижнюю часть портфельного замочка, прикладываем его ровно посередине между ручками и продеваем сквозь петли на изнаночную сторону. На изнаночной стороне закрепляем замочек с помощью его задней панели. Обратите внимание, здесь у нас количество петель с обеих сторон должно быть одинаковое. Для изготовления кисточки я взяла по 7 полосок каждого цвета пряжи, по 35 сантиметров каждая полосочка. Аккуратно их перемешиваем и берем одну длинную полоску 80 сантиметров. Также мне понадобился карабинчик. И далее уже формируем кисточку, завязываем ее, смотрим по инструкции на видео.
шьем подкладку для сумки. Давайте измерим. Длина получилась 35 сантиметров и плюс 2 сантиметра на припуске, итого 37. И высоту мы измеряем обеих стенок сумки и донышко. Высота стенки 23 сантиметра, ширина донышка примерно 11 сантиметров. И вторая стенка сумки тоже 23 сантиметра. Итого у нас получается вместе с припусками 59 сантиметров. И это все, что нам нужно для подкладки сумки. Сумку откладываем и переносим наши мерки на ткань. Вырезаем длинный прямоугольник 59 на 37 сантиметров. И также здесь у меня маленькая деталь, это кармашек. Давайте измерим кармашек. У меня получилась длина 22 сантиметра и высота 16 сантиметров, но лучше все-таки сделать побольше, примерно 18 сантиметров высоту. И как видите, я уже отгладила детали. Большую деталь я отгладила, чтобы она была ровная, а кармашек я отгладила таким образом, чтобы верхняя сторона кармашка у меня подгибалась два раза. И слева, справа и снизу по одному разу по 0,5 сантиметров. Вот так. Начинаем шить с того, что мы прошиваем верх кармашка. Вот эта часть. Прошиваем на швейной машинке. И теперь нам нужно пришить кармашек к самой подкладке. Определяем середину. Я вот так складываю подкладку вдоль. И линия сгиба посередине, это у меня середина. То же самое складываем кармашек на две части и линия сгиба посередине, прикладываем ее на подкладку. Сверху оставляем примерно сантиметра 4-5 и подкалываем иголочками с четырех сторон. Вот так прошиваем, затем внутри тоже делаем один шовчик. Готово, пришили кармашек. Давайте посмотрим его поближе. Я сделала вот так. Два шовчика, чтобы скрыть все швы внутри. Теперь складываем подкладку пополам и прошиваем справа и слева с припусками по 1 сантиметру. Готово. Теперь складываем подкладку таким образом, выделяем уголки. И давайте вот так вот отчерчим по 10 сантиметров с двух сторон. И эти места мы прошиваем для уголков. Готово. Вот такая подкладка у нас получается. Вот такие уголочки. Теперь нам осталось только сверху отогнуть по 1 сантиметру. И прошиваем по краю подкладки. Готово. Теперь вкладываем подкладку в сумочку. Обратите внимание, вот эта сторона, где у нас крепится замочек, это задняя стенка сумки, к ней мы прикладываем карман. Подкалываем иголочками в нескольких местах равномерно, на одинаковой высоте. И далее пришиваем вручную. Начинаем с любого места, с которого вам удобно. И шьем потайными стежками. Прикладываем подкладку, делаем один короткий стежок через подкладку. И сразу же один стежок через сумочку. Двигаемся все время вперед. Далее опять делаем один стежок через подкладку и один через сумку. И вот такими короткими участками мы с вами прошиваем по всей окружности, пришиваем подкладку к сумке.
Обратите внимание, что по высоте у нас везде должно быть одинаково. Вот здесь мы с вами отступаем 3 ряда сверху вниз и на четвертом ряду пришиваем. И здесь у нас это тоже высота как бы четвертого ряда. И здесь тоже у нас на уровне четвертого ряда сверху вниз. Так мы с вами продолжаем пришивать подкладку по окружности, по всему периметру края сумки. Готово, пришили подкладку. Вот наш кармашек, подкладочка получилась по размеру сумки, достает до донышка. И на этом наш видеомастер-класс по вязанию сумочки бриллиант заканчивается. Такая большая красивая сумка из трикотажной пряжи у нас получилась. Этот мастер-класс получился достаточно длинным. Я в него вложила очень много сил. Я надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. Обязательно поставьте ваши лайки или дизлайки. Напишите в комментариях, что вам понравилось, какие еще видео-мастер-классы вы хотите увидеть на моем канале. Давайте еще раз посмотрим на нашу сумку. И давайте измерим нашу готовую сумочку. Высота сумочки примерно 27 сантиметров и ширина 33 сантиметра. Длина ручек получилась 50 сантиметров. Вот эта пряжа у меня осталась от целых мотков. Я желаю вам приятного вязания. Обязательно отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме. До новых встреч!